Итак, добрый день, друзья. Сегодня мы опять в путешествие. Вот с девочками едем. Нам любезно предоставили трансфер. И мы теперь едем куда? Честно сказать, еще не знаю. Первый раз еду. По ходу пьесы, как говорится, буду освещать, показывать. Увидите все своими глазками. Поехали. Вы знаете, очень такое милое место. Нравится. Так, приватненько можно прийти. Вот, смотрите. Шезлон. Столик. Площадочка. Море. Сход в море. Вот лесенка. Скажи, как тебе тут? Очень хорошо, все замечательно. Очень тепло. Первый день, конечно, была погода дождливая, но ничего. Отдыхаем на все 5 баллов. Светик, ну расскажи, ты давно знаешь об этом местечке замечательном? Местечко Добрая Вода. Третий раз я здесь. Очень чистая вода. Пляжа здесь практически нет. Скалистый берег, но есть подход. Спускаемся по ступенечкам. Ну да, яка. Да, тут что ни возьмись, все фотозона. Thank you.
заставить смотреть. Зная за тебя в ответе, это жизнь намного хорошее. Oh,
Вы знаете, такой приятный сегодня в этом баре, в этом, ну, на берегу моря, в Добровода, вот так оно называется. Отдыхали в общем, с какого-то королевства объединенного, Британии, Исландии, я чуть-чуть не поняла, но выяснять я не могу, так как я не владею, я очень хорошо владею английским языком. Ребята отдыхали целой большой своей студенческой компанией, пели песни, танцевали, позитивные, классные. В общем, очень был такой прикольный вечерок. Сейчас я буду уже прощаться, потому что вечер заканчивается. Будем собираться ехать домой. Ну, в общем, как-то еще один вечерок. Кстати, тут ребята, по-моему, одесситы, не знаю. Украинские были, и как-то так мне было сегодня мягче на душе. Вот, друзья, в общем, до новых встреч. А интервью, которое я обещала о Черногории, о поездке на Черногорию, я обязательно его сделаю и размещу. А вот, всем нам мира Украине, миру всему мира, как бы это ни звучало банально, но желать я себе это могу позволить. До новых выпусков!